Это анонимный геолокационный чат с индексом настроения счастья, грусти. В общем, любое настроение вы можете посмотреть, зайти по геолокации, посмотреть, какое настроение у людей рядом с вами, и оставить свой комментарий, например, по своему настроению. Так можно и знакомиться, и делиться своим настроением. На самом деле это очень прикольно, и такого еще не было, поэтому обязательно скачивайте и смотрите, какие же люди вокруг вас с каким настроением. Эти приложения абсолютно бесплатные и без рекламы. Все, как вы любите. Люди лихо умеют сеять панику, лишь потому, что это кому-то выгодно. Мы с вами все пассажиры большого Титаника, и спасательные жилеты вряд ли выдадут. Здесь куда ни плюнь, трагедии, хаос, предательство. Хочешь сойти с ума? Слушай почаще новости. История пишется кровью и обстоятельствами, а правда, правда осталась на чьей-то совести. Ну что, мои дорогие, что тут греха таить? Для девочки самым классным подарком, ладно, одним из классных подарков является нижнее белье, и в нем мы себя чувствуем очень уверенно, классно, особенно если оно красивое. Просто вот я обожаю, на самом деле, я бы, наверное, не знаю, у меня бы, наверное, был бы полный шкаф, если это было бы возможно, нижнее белье. Ну ладно, сейчас не об этом. Хочу поделиться с вами новиночкой, которую я приобрела, и показать вам. Сейчас развяжем бантик. Вставляю ссылочку здесь, спасибо большое. Да-да-да-да-да-да-да. Все как мы любим, на розовый цвет. Боже мой, что там, что там, что там? Блин, обожаю распаковывать подарочки. Дорогие мои, посмотрите, какую я себе красоту заказала. Просто вообще бомба. Смотрите, какое красивое кружево. Вообще шикардос, шикардос. Просто очень красивый комплектик. Вот, шикарно, просто шикарно. Секси, шмекси. Очень красиво. Посмотрите. Так, показываю вам поближе комплектик, уже без всяких фильтров. Такая вот красота. Посмотрите, как красиво все сделано. С какими штучками, с кружевом. Все. Я в восторге, я в восторге. Спасибо большое за такую красоту. Это мой любимый завтрак, это я надену завтра, это я ношу всегда, это не ела никогда. Это мой любимый фрукт, это как меня зовут. Он элефанте, muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga, gigante. Что, мои дорогие люди, пришла опять тянучку, сейчас будем тянуться очень. Я опоздала сегодня, блин, спешила, бежала, в метро уже размялась. Вот, будем дальше продолжать тянуть шпагатик. Вот такие у вас ощущения будут, когда вы сходите на растяжку. Кайфовые. А, на самом деле, почему я выбрала тянучку? Здесь очень удобная система, то есть... И абонементов можно взять безлимитные, абонементы посещать все занятия, можно на несколько занятий, цены здесь тоже приятные, вот. И тренера очень классные, которые каждому подходят, обязательно вас индивидуально растягивают, то есть нет такого, что вы занимаетесь, на вас не обращают внимания, вот, поэтому ту-ту-ту-ту, приходите обязательно, занимайтесь. Только в сердце отыщешь рай, зажигай я, не Шахерезада, сказок не будет, не надо слов, нет на свете дорог. Идеальных отношений не бывает, как и идеальных людей. Я не люблю идеальных, потому что красота, она в изъянах, и любовь, она в изъянах. И я бы не хотела, чтобы меня любили за какую-то идеальность, придуманную абсолютно, а мне классно, чтобы меня любили
и больной, и утром опухший, и пьяный, и блюющий, и когда я ору, и когда я веселюсь. Когда есть право быть собой, это самое крутое.